В эфире «Мобильный репортер». Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале «Татарстан-24». С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Тяжелые погодные условия стали причиной сразу нескольких аварий на трассе Челны-Нижнекамск. Ситуацию на дороге сняли проезжающие мимо водители. Судя по ролику, видимость на этом участке едва превышает 30 метров, и двигаться приходится практически по приборам. Отсюда и сразу несколько ДТП. Отметим, что обошлось без пострадавших. В последнее время в сети часто стали появляться ролики, на которых запечатлены нарушения ПДД сотрудниками ГИБДД. В основном татарстанцы справедливо требуют от инспекторов соблюдения правил дорожного движения. Сотрудники пристегнуты. Стоят на пешеходной дорожке, людям ходить негде. Инспектор говорит, обходите, проблем нет. Всем можно ходить. Значит, всем так можно стоять, да? Да? Правда, иногда горожане хотят добиться справедливости, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что выглядит довольно смешно. Вот этот ролик снят в набережных Челнах. Вот мы стоим, короче, на остановке. Вот машин ГАИ. ДПСники. Вот номер. Вот такой-то, короче. Вот такой-то. Далеко не отъезжает. А почему вы мне это, машину не оставили? Молодой человек? А? Вот же. Подождите. Вы же как бы контролируете дороги? Или нет? Или как? Обязательно контролируем. Ну, а что, почему здесь оставляете машину тогда? А? Почему оставили? Никто не оставлял? Как? Нет. Завтра тебя уволят, дурак. Дурак ты, Неудивительно, что после появления ролика в сети общественность была возмущена поведением молодых людей в подпитии, а не инспекторов. Я не защищаю сотрудников ГИБДД, которые действительно были припаркованы практически на остановке, а потом сказали, что это не так. Но мужчины с телефоном, находясь в подпитии, просто решили развлечься, они на самом деле пытались добиться справедливости. О чем говорит их манера общения? Завтра тебя уволят, дурак. Кроме того, они опустились до оскорблений, что чести им не добавляет. В начале этой недели жители Казани не обнаружили на остановке театра «Камала» остановочный павильон. Точнее, обнаружили, но не его, а то, что от него осталось. По словам очевидцев, остановку снес в ночное время лихач на белом БМВ. После чего гонщик снова, по словам очевидцев, решил скрыться с места ДТП. Благо, ночью на остановке никого не было, так что обошлось без пострадавших. На проспекте Юмашева один из подземных переходов затопило водой. Видео с места событий прислала Ксения. Стоит отметить, что сотрудники водоканала приехали быстро и пытались осушить внезапно образовавшийся водоем. При этом, казалось бы, неприятная ситуация помогла некоторым казанцам почувствовать себя рыцарями. В объектив камеры попал мужчина, решивший перенести незнакомую девушку через водное препятствие на руках. Решил ли он перенести через затопленный переход всех представительниц прекрасного пола или ограничился одной девушкой, нам неизвестно. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, делитесь интересным контентом в любых соцсетях с хэштегом «Татарстан24». Станьте частью нашей рубрики, однако в экстренных ситуациях постарайтесь оказаться по ту сторону объектива. С вами был Артем Захаров. До встречи!